Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня получила вот небольшую посылочку с Алиэкспресс. Сейчас распакуем, рассмотрим вблизи, что я получила. Распечатаем. Насадочка. Вот, насадочка для оформления торта. Вот такая вот закрученная звездочка. Надеюсь, увидели. Закрытая звездочка. Вот, и закрученная такая. Сегодня я буду как раз оформлять тортик. Бордюры очень красивые будут. Посылка шла быстро, дней за 20 пришла. Тверденький металл такой. Вот. Здесь диаметр около 2 сантиметров. 1,8, наверное. Высота сантиметра на 3. И здесь приемлемый размер. Стоит совсем недорого она. Где-то 53 цента, по-моему. Недорого, здесь ни швов, ничего нет, кругленькая такая, гладенькая насадка, думаю, будет хорошо работать. Ссылочку, как всегда, оставлю под видео. Еще могу сказать, что на Алиэкспресс вообще очень много всего для оформления тортов. То, кто девушки-рукодельницы по оформлению тортов, вот зайдете по этой ссылочке, и найдете очень много, и насадки есть, и тюльпаны, и розы, и рюши. Ну, чего только нет. И цена вроде приемлемая. Желаю удачных покупок на Алиэкспресс. Заходите на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч. Теперь сделаю бордюр вот этой звездочкой, что я купила. Круче.